Погода праздничному настроению пока не способствует, но это не повод сидеть без дела. Город активно готовится к Новому году. Украшения, праздничные арт-объекты, иллюминация и, конечно, главный атрибут – елку – в пятницу установили на площади Ленина. Преобразятся также центральные проспекты. Как и в прошлом году, их украсят светодиодные композиции – Bell-Light, бахрома и консоли. В областном центре предусмотрены несколько праздничных локаций. Главное – традиционно на площади Пушкина. У нас сохраняется локация здесь на площади Ленина, у нас сохраняется локация в сквере у кинотеатра «Современник». Локация у нас сохранится в сквере памятника Горелину. Значит, сейчас в данный момент идет украшение, у нас дополнительные светодиодными фигурами фонарей в арт-сквере, да, тоже там есть привлекательные. Есть у нас, ну, безусловно, конечно же, центр притяжения новогоднего, это ярмарка на площади Пушкина.